Ярко и активно отметили День молодежи в Видном. Это праздник юных, веселых, активных людей, у которых все только начинается. День молодежи – время расслабиться, отдохнуть и насладиться жарким летом. После нашего мероприятия молодежь, естественно, уже поедет в вузы, подавать документы. А сегодня надо зарядиться силой, зарядиться энергией. Поэтому у нас сегодня работает очень много интересных городков. И молодежь, я думаю, себя сможет найти абсолютно в каждом городке, проявить себя и свои навыки. К организации праздника подошли креативно. В программе были представлены активности на любой вкус. Мастер-классы, спортивные соревнования, викторины, флешмобы, фотозоны и многое другое. Прекрасно, что наш город, в принципе, развивается, что на каждом мероприятии есть активисты, да, которые готовы стоять, как вы сказали, да, своими островками. Все это делает наш город намного лучше. Я думаю, что такая традиция будет продолжаться в течение многих лет. Уличный фестиваль объединил разнообразные молодежные и образовательные организации, профессиональные и творческие сообщества округа, спортсменов, танцоров, фотографов, художников и волонтеров. Я давно волонтерю, уже где-то почти 2 года. Был в том году на подобном мероприятии, был на Дне города. Близкая эта тематика. Безумно нравится волонтерить. Это, я считаю, это намного лучше, чем просто сидеть в такую прекрасную погоду дома. Жители Ленинского округа считают, что проведение Дня молодежи – добрая традиция, которую обязательно нужно сохранить. На фестиваль пришли не только подростки, но и много молодых и энергичных жителей, кто молод душой и кто захотел поделиться этой энергией с окружающими. Напоминать себе, что в мире есть очень много ярких событий, людей в целом, что можно также воспрянуть духом, уйти от этой рутины надоедливой и просто вдохнуть. Я комсомолка, какая была, такая и осталась. У меня такой задор еще юношеский, еще с тех самых советских времен. Ни одного дня молодежи мы не пропустили за всю свою жизнь. Для нас это больше, чем праздник. Это момент объединения. Посмотрите, какое количество людей разных национальностей, разных конфессий, которые имеют возможность все вместе заниматься общим делом. Основная идея фестиваля – собрать вместе увлеченную своим делом, патриотически настроенную молодежь с традиционными духовно-нравственными ценностями. Организация «Движение первых» тоже приняла активное участие в мероприятии. Движение создано для того, чтобы объединить всю молодежь нашей страны, потому что в нем проводятся всероссийские акции, в которых участвуют ребята из разных уголков России. И таким образом это объединяет нас, мы все делаем одно общее дело. Праздник объединил молодежь округа. Ребята активно проводили время с друзьями, играли в настольные и видеоигры, разучивали танцы и участвовали в интеллектуальных конкурсах. Сейчас я планирую походить по разным станциям, посмотреть, что ребята здесь подготовили, повеселиться. Также вечером с ребятами мы думаем собраться в кафе, тоже как-то отметить этот день дружно. Мы планируем погулять с друзьями, поиграть здесь в разные игры, ну и потом встретить закат вместе. В общем, главное провести время вместе. Такие мероприятия не только развлекают, но и вдохновляют молодежь на развитие своих творческих способностей. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.